в момент, когда вы можете эти свои, ну, грубо говоря, иллюзии подвергнуть ревизии знаний, вы уже не можете точно так спокойно это все обсуждать. У вас возникает как бы некий такой в хорошем смысле тупик. И это тот момент, когда ваши расчетные мощности освобождаются. Понимаете? Потому что обычно они заняты. У них там есть прекрасная штука. Что-то происходит, надо все это объяснить, да, для того, чтобы твоя душенька была довольна. Да? Чтобы личность наша не страдала, чтобы я наша вылезала, чтобы решения наши были все очень правильные. Налажали вообще по полной программе. Но решение-то было правильное. Как мы можем сказать, чтобы было неправильное решение?